Ассоциация «Грибы» и грибники Калининградской области представляет... Добрый день, друзья! Грибная банда Калининграда приветствует вас на своем канале. Мы предлагаем вам сегодня походить вместе с нами по нашим калининградским лесам. Сделать разведку. Сегодня мы с Сашей, у нас разведывательный выезд, сегодня вторник. Будем говорить так, рабочая неделя, все заняты. Из лоботрясов только мы, я и Саша. И сейчас мы разведаем один из лесов Черняховского района. Первое, что нам встретилось, это обалденная полянка зонтиков. Вот такие красавцы. Вот такие. Очень вкусный гриб. Наша банда настоятельно вам рекомендует. Оп. Смотрите, что еще нам попалось. Даже сам не ожидал. Сил снимать зонтики. А тут такие красавцы. Обалденные. Здоровско. Здоровско, мы начинаем. И полянка зонтиков. Она все продолжается, продолжается, продолжается. И чередуется, заметьте. Вот они дальше, дальше, дальше пошли. И вот такие сюрпризы. Вот такие сюрпризы от старичка. Видимо, то, что мы ему положили, ему очень-очень понравилось. Надо еще внимательно посмотреть. Опа! Смотрите, ребят. Опавшая листва не дает четко рассмотреть. Но... осень, что делать? Вот такие грибочки. Самое приятное, то что только отвел. И вот такого красавца. Хоть он и замаскировался от нас, но вот он растет, красавец, смотрите. Смотрите, какой красивый. Вот такой вот. Вот такой здоровский беленький бочоночек. Да вот он стоит. Самое интересное, растут дорожки ежовика. Сейчас я покажу. Несправедливо обиженный гриб. Он очень-очень вкусный. Многие ошибочно его считают ложной лисичкой и не берут. Но гриб очень вкусный. Единственное, обратите внимание, когда вы его будете жарить, он почти фактически не уменьшается в объеме, когда проходит термическую обработку. Берете единственное... забыл акцент еще. Ребят, вот его когда взяли, у него гименофор, он такой игольчатый. Вот это вот надо просто счистить. Счистить по струе воды. Чистится он очень-очень легко. Очень вкусный гриб. Настоятельно рекомендую. Попробуйте, вам понравится. Его обычно в это время очень много в лесу, так как его просто не берут, проходят люди, его не знают. Гриб обалденно вкусный. Поляночки зачетных подосиновиков. Бодрых-бодрых. Небольшими, но кучками. Ох, красавцы какие. Белый гриб попадается, но только вот такой вот большой, уже взрослый.
самое хорошее из всей этой истории то, что гриб идет не червивый. Это очень хорошо. Осенний лес по-своему прекрасен. Запах, стойкий запах прелой листвы. Запах разложившегося гриба. Причем пахнет очень сильно. Очень много всевозможных скрипунов, валуев разложившихся. И вон впереди кучка чешуйчатки золотистой. Многие считают ее королевским опенком, хотя к семейству опят она не имеет никакого отношения. На мой взгляд, опилки опилками после приготовления. Много кому нравится своеобразный вкус. Вот, такая, вот такие красивые кучки. Вот такие они красавцы стоят. Гриб сам по себе красивый, не спорю. Вот такие здоровские. Вот она такая красивая. Богатыри зачетнейшие белые. В основной массе преобладают, конечно, подосиновики. Вот такие классные, красивые подосиновики. Обалденные. Гораздо лучше в это время года собирать всевозможные соленушки. Вот, например, вот такие вот симпатичные волнушечки. Их довольно-таки много сейчас в лесу. Можно собирать, собирать и собирать. Дорожками, дорожками идут. А рядом, кстати, чернышики для соленушки. Самое-самое то. Вот такие они стоят. Здоровско. Самое время для различной соленушки. Тем, кто увлекается всевозможными соленьями, сейчас в это время благодать. Ходи, да собирай. Такие красавки, красавцы. Классненькие, четкие осенние грибы. Они одиночные, но они все-таки попадаются. Чудны дела твои, Господи. Вот такой вот пенек. Зарос так, как муравейник. Прикольно. Я понимаю, конечно, в видео грибы будут смотреться, как будто их много-много-много. На самом деле он единичный и трудовой. Походить надо немало. К
кстати. Смотрите. Посмотрите. Вот он. Вот он стоит. Чуть больше суток ему, красавцу. Вот такой вот красивенький, красивенький. Обалденный. Итак, ребята, мы заканчиваем свой репортаж, наше коротенькое видео о калининградских лесах. Подписывайтесь на наш канал, ребята, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы уделили нам минутку своего драгоценного времени. Мира и добра вашему дому!